Оранжевый уровень опасности продлили в московском регионе из-за снега и ветра на 20 января, сообщается на сайте Гидрометцентра Российской Федерации. Оранжевый – это предпоследний уровень опасности, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Около 2000 ветеранов в Подмосковье получат в январе выплату в размере 3000 рублей в честь 72-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Единовременная материальная помощь в связи с годовщиной снятия блокады Ленинграда оказывается ежегодно. Средства для оказания материальной помощи предусмотрены в областном бюджете. Шестого января в детской поликлинике города Видное состоится прием начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 12 Министерства здравоохранения Московской области Светланы Чудаковой. Время приема с 15 до 17 часов. Запись на прием по телефону 541-46-12. «21 января в 20.15 на нашем канале состоится прямой эфир директора муниципального казенного учреждения «Единая диспетчерская служба Ленинского муниципального района» Анатолия Карелина. Тема эфира – «Система 112». Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25.